Чувашское региональное отделение Союза пенсионеров России названо одним из самых результативных в стране. Вместе с дипломом, подтверждающим третье место в конкурсе, пенсионерам республики предлагали денежную сумму, которую решено потратить на поддержку малоимущих и поощрение активистов Союза. Республиканское отделение Союза пенсионеров России располагается в здании Пенсионного фонда Чувашии, что очень удобно для работы. Возникающие вопросы решаются без задержек, быстрее удается и доводить необходимую информацию до адресатов. Деятельность региональных организаций и участников конкурса оценивается по 16 критериям. Сейчас, когда я пришел, было 45 тысяч. Сейчас у нас вот за 2 года, можно сказать, увеличилось в 3 раза, свыше 161 тысячи членов Союза пенсионеров. Это вот один критерий. Следующий критерий – это обучение компьютерной грамотности. Мы в России вышли вот в прошлом году на 5-е место среди 85 регионов. А отдельные участники у нас занимали призовые места. Кроме того, учитывается спортивная и творческая активность членов Союза. В республике регулярно проходят спартакиады для пожилых, фестивали хорового пения и другие мероприятия. На ближайшее время запланировано еще несколько событий, в частности, региональный этап Всероссийского чемпионата шахматистов. Он пройдет в Чебоксарах в начале апреля.